Законопроект об изменении закону по питаниях предпринимательской деятельности рыхтуется до первого читания. Диалоговую пляцовку по этой теме зладили у Могилеве. Зараз документ проходит обмеркование. Удел у обмеркования приняли сами распрацовщики Министерства экономики Республики Беларусь. До их долучились представники Палаты представников Национального сходу Республики Беларусь, Министерства по податках и сборах, депутаты Могилевской области и представники бизнеса. Яны уникли у деталей законопроекта и обмерковали нововведение. Основная задача – выявить проблемные пытания для малого и среднего бизнеса, принять пропановы по корректировке законопроекта. Бо предпринимательство формирует больше за третину бюджету и працуя у этом секторе больше за 30% агульной колькости занятых у экономики Могилевской области. Тема эта весьма важная, так как затрагивает большое количество граждан нашей страны. И любое изменение законодательства, оно требует объяснения, обсуждения. И сегодняшний повод также не исключение. И вот в таком широком кругу мы постараемся не просто вникнуть в детали, обсудить новеллы, предусмотренные изменением законодательства, чтобы в дальнейшем довести их до широкой общественности, до непосредственно предпринимателей и вместе уже реализовывать новые изменения.